Тюмени, кстати, работает своя студия анимации. Кружок в центре Бригантина несколько лет выпускает короткометражные картины. Главные мультипликаторы – дети. Кто-то придумывает сюжет, кто-то лепит персонажей, а кому-то уже не терпится приступить к съемкам. Например, тележурнал «Точнее». Смотрим, что из этого получилось. Сегодня у нас необычное с вами задание, занятие. Мы сегодня с вами попробуем сделать маленький сюрприз. Юные мультипликаторы в деле. Они сценаристы, актеры и художники в одном лице. Ну, вот так это будет, это выглядит. Искусство анимации эти ученики младших классов осваивают всего полгода. Характер героев и сюжетную линию школьники определяют сами. В студии «Код» под руководством Вячеслава Вороцаева занимается 90 человек от 7 до 18 лет. Частенько они делают мультфильмы жестокие. И моя задача как педагога – увести все это дело в мирное русло. А мы стараемся делать социально направленные мультфильмы. Недавно мы сделали про вред батареек для экологии. Маленького Леню в студию привела мама. Мальчик уже принимал участие в создании двух короткометражных картин. Третий мультфильм решили сделать из пластилина и посвятить тюменскому телевидению. Я долепливаю волосы ведущему тележурнала «Точнее». Ну, скажем, что у нее такой цвет волос, потому что она перекрасилась. Ведущая телепрограммы готова, фон тоже. Осталось только взять в руки фотоаппарат, и волшебство начинается. Но мало заставить двигаться пластилиновых человечков. Чтобы персонаж начал жить, ему нужно дать голос. Аня, паузу выждали, кнопочку нажимаю, запись. Устраивайтесь поудобнее. Это точнее. Попробовав все на себе, ребята начинают иначе относиться к рисованному киноискусству. Я раньше любила смешариков и фиксиков. Ну, я думаю, то, что, во-первых, это большой труд, потому что это не просто так нарисовал и отснял, а там еще много монтажа, всего такого. Чтобы создать мультфильм продолжительностью 10 секунд, ребятам потребовалось несколько занятий. Да и в целом процесс можно назвать бесконечным, ведь ограничивается он лишь фантазией ребенка. Устраивайтесь поудобнее, это точнее. Журнал о людях, событиях и явлениях. В студии работает Анна Серегина.